И всем привет, ребята, меня зовут Макс, и я продолжаю снимать рубрику «Игры моего детства» на моем канале. Это у нас уже 61-я по счету часть. Я продолжаю играть в игру «Cards Card 2 Deluxe». Открываю свой профиль. У нас уже осталось еще 10 уровней в основном, скажем так, сюжете. Так, есть еще арена. Я думаю, вот эти уровни, может быть, мы по-быстренькому закроем, но если особо фейлиться не буду. То там можно будет еще вот арену посмотреть. Пока совершенно откроют, потому что этот значок говорит об обратном, что они могут не открыться. Короче, посмотрим. Я прям 11 уровень. Тут нас уже ждет прям, разумеется, хард мод. Блин, энергию не подобрал. Черт. А, все, она у меня вообще закончилась. Ой. О, он там обязательно запутается. Я еще этого не подобрал. Нет, все это. Ладно. Давайте его сразу с ним разберемся. Вот все. Главного уже сразу победили. Оказывается, еще выяснил, что если игра в полный экран, то теряется качество игры. Поэтому сейчас я записываю его в неполный экран. Просто для вас это выглядит более-менее нормально. Блин, я даже эти не подобрал, шестеренки. Ладно, постепенно, ё-моё, вечно на мышку нажимаю. Нечаянно. Вот, наконец-то. Всё, прощайте, монстрики. Но все равно нужно прикрыть. Успею я доехать или нет? Тоже чуть-чуть доехать осталось. Давай, пожалуйста. Давай.
Есть. Успел. Так, могу что-то прокачать. Смотрите, ну скорость, это мы скорость давно не прокачивали. Так что, наверное, будем прокачивать скорость. Все, так, эта штука стоит 700 баксов. Я так понимаю, надо вот это все докачать, чтобы потом вот это использовать. Ладно. Следующий уровень, по-моему, классический уровень с боссом. Или полубоссом. Вот. Вот он. Ой. Ладно, видимо, сразу его не убьешь, ладно, пошел туда нафиг. Юху. Спасибо, монстрик. Блин. Смотри, сейчас они идут быстро. Это изначально у них были не прокачаны и все дела. Сейчас они идут уже чуть-чуть побыстрее. И, может быть, мы все-таки арену сегодня посмотрим. Не знаю, пройдем ли ее полностью. Может, пройдем даже. Я-то никуда не спешу. Так, давайте на энергию уже докачаем. Полностью. Вот, полностью. Так. 100. Все, я могу теперь последний вот этот прокачать. Все. А, вот он автоматом прогрессирует, делает этим. Да ё-моё, застрял. Вот самый первый.
все, прошли. Кстати, полностью и вот эта энергия тоже автоматическая. Давайте это прокачаем. Ну, сколько уже почти докачались. Почти. Слушай, честно говорю, арену, может быть, сегодня возьмем. Сейчас идут такие эти базовые уровни. Ай-яй-яй-яй-яй! Нет! Нет! Не успел. Потом что-то прокачать могу. Так понимаю, бомбу я на самый последний куплю, скорее всего. Ладно. Сука, запись там идет. Сюда с Мунгарю. Я думаю, арену мы с Сакона сегодня возьмем. Ладно, вот эти уровни сначала добить. Так, ну а чё, здесь пока я ничего не могу купить. Значит, берем следующий левел. 15-й. Блин, это ошибка, она вообще он это чуть не в конце уровня. А, нет!
Долбаная палка. Все мне заруинило. Ну вы видали? Нормально шел, у меня тупо палка все испортила. Она не тупо все хп потаранила. Блин. Ладно, тут еще дубль. Все, нового там еще нет, и берем следующий уровень. Просто вот первый 10 уровней было сложнее, потому что наша тачка была не прокачана, и нас постоянно убивали еще на максимальной сложности. Сейчас мы уже прокачаны, уже сейчас уже, конечно, полегче. Там уровень уже звучит чуть-чуть быстрее. Ребенок было. Пипец. Ого! Офигеть! Пипец! Нет! Этот возьмем. Кстати, я могу еще вот что сделать.
Все равно пойдешь, шестеренки девать некуда. Вот так вот сделаем. А, нужно пройти 17 уровень, окей. А мы сейчас на 16. Погнали. Не догадался сразу так вот шестеренки обменивать. Тихо. Нет! За что? А, как меня бомбит. О, они размножаются. Нет! Есть, успел. Фух. А я тут мы видим, что потрепанная машинка нашла какую-то дорогу и нашла такой вот бластер. Окей. Нас ждет еще самый страшный враг. Офигеть, как дорого. 1500. 2000. А
Это надо собирать будет. Могу, конечно, вот эти переконвертировать, но это мало чего что даст. Все, окей, уже хорошо. Подожди, стоп, какой у меня 16-й прошел уже. 17-й давайте. Интересно, смогу все-таки собрать наставство вот эти какачки или все-таки нет? Тоже реально на арену похоже какую-то. Бонус вот эти медали будут какие-то новые появляться, так я сейчас соберу. А вот чисто такими вот сборами это будет, конечно, полвечности сбор. Дальше 18-е. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, хорошо, проспидранили, скажем так. Запись идет, кстати говоря, уже 2-3 полчаса почти. Ну да, то есть, не знаю. Делать ли все-таки сейчас арену, вот я, конечно, вот думаю. Чисто глянуть, конечно, можно. Не знаю, буду ли я всю проходить. Это время, мне кажется, еще много, так что, в принципе, можем попробовать. Что-то я этот еще раненый.
все. И остается последний уровень 20. Посмотрим. Танкоминатор. Вот и все. Танкоминатор повержен. Изи босс. Я так делал, но тем не менее мы его сразу удалим, и он уже не будет нам мешать. О. Дай еще один. Я походу труп. Победа. Ну и типа мальчик берет типа машину как победную. То есть это у тебя сюжет завершается. Так, новый архивмент. 300. Так, вот, конечно, дико не хватает вот этих вот двух прокачек. Хотя же могу, конечно, снова приконвертировать. Вернусь к среде, давайте посмотрим, что у нас интересного в арене. Давайте попробуем первый уровень. Что он себе представляет вообще? Опять эта ситуация. Надо короче консорина хотя бы 18 монстриков убить. Я понял. Интересно, ну я походу надо так, может быть. Ну конечно не знаю, консорина может все-таки докачаю бластер свой. Опять это мадама. И для победы надо убить 18. Блин, а я походу труп. Что-то тварь дохнуть не хочет. Так, в чем дело? Так, я походу из лага сейчас перезапущу. Так, все, я вернулся. Берем опять арену. Не знаю, может все-таки ее отложить на все-таки на другой выпуск, не знаю. Я просто режим полегче сделать, но мне надо, чтобы был максимальный режим.
Блин, падаю. Не получилось ее убить. Но надо. А могу я просто как-то на ее крышу просто усесться? Потом еще этих понасобираем. Шестеренок. На вторую я тоже соберу. Соберу я в итоге на третью или нет, вопрос. Не-не-не, так и не на финиш. Мне на финиш еще рано. Ты, конечно, вот подхилиться надо бы. Нет, падлы. Это стабильно здесь сдохну. Хотя, стоп, давайте глянем, сколько там у меня уже этих. Так, чоп. 1312. Блин, немножко остается. Но я не знаю, возможно, все-таки это отдельный уже выпуск делать, потому что ролик вот так уже 40-минутный. И в этом, возможно, скорее всего, буду реально делать уже отдельный выпуск по арене. Потому что уровни будут еще сложнее. Пусть сейчас последний раз попробую, если дохну, то все. Оставляю следующий выпуск. Вот, я думаю, это разумнее делать на следующий все-таки выпуск. Потому что, так понимаю, если я просто приду, я как бы арену не завершу, я должен именно их всех поубивать сам. Вот и все. У нас я ловушку загнала. Дохнет, тварь. Есть, убил.
Мне теперь на вот эту хватает. Покупаем. Остается последняя за 2000 шестеренок. Кстати, посмотрим, какие медали еще не получил. А 20 супербонусов на уровень 5. Ну, сейчас просто так. Летать 10 секунд на уровне 3. Хотя можно реально сейчас вот так попросить всякие ачивочки подзаработать. Сейчас давайте вот это попробуем. 20 супер бонусов на 5 уровне. А вот все-таки арену царцами на... Подожди, еще раз, я не гляну. Вот прикольно еще и все медальки здесь выбить. Так, 20 супер бонусов. Забываю все уровень. Ага, на... пятом уровне. Все, 20 супер бонусов. Берем пятый уровень. Попробуем. Что такое? Что он зависший? Бонус раз. Бонус два. Бонус три. Бонус четыре. Бонус 5. 6. 7. Я скажу, что я правильно понимаю. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Сели собрал или нет, сейчас узнаем. Вот, да. Так мы сейчас соберем. Ну, я реально не знаю. Делать еще отдельный выпуск по этим медалькам. Два комбо флипс. Здесь 10 это на пятом. Ага, это все на пятом уровне. Так, на первом уровне сделать... два переворота на первом уровне. Давайте попробуем так чисто по фану пособирать всякие бонусы. Обучалка, которую секунду. Первый такой, наверное, это чуть ли не самый обучающий. А, потому что два комбо флипс. Это как? Подожди. Не понимаю. Может, тогда наоборот, в другую сторону. Давайте-ка еще раз попробуем. Или что здесь имеется в виду вообще?
Ну, хочется все-таки вот на все эти тоже интересно попробовать. Сейчас, будучи прокачанным, я как бы это спокойно сейчас сделаю. А заодно, кстати, бластер туда этот докачаем. Ну, получилось или нет? Нет, что-то оно не понимает, что я хочу. Надо и в ту, и в другую сторону. То есть один в одну, потом вот один в другую. Давайте попробуем так. Ну, я не знаю, либо отдельный выпуск чисто медалям посвящать, либо просто на них забить. Вот в чем вопрос. Так вот, сейчас я все равно не сделаю. В общем, пишите в комментариях, хотите ли отдельный выпуск по медалям. То есть тогда следующий я посвящу медалям, а уже потом арене. То есть пишите в комментариях, хотите ли увидеть в принципе такой выпуск. Такое место выбрать, где можно высоко подлететь, как бы. Хотя монстры не мешают. А вот уже а дальше уже будут мешать монстры. О, неужели получилось? Я не понимаю. Два комбо флип. Давайте я даже проверю. Два комбо. Флипс, машина, машина. А если переводчиком загуглить? Ну, здесь я веду какой-то вот комбо флип. В общем, пишите в комментариях, что это значит. Может, кто-то из своих подписчиков в этом разбирается. Я мог только вот эту еще добить медальку. То есть просто еще несколько раз этот уровень пройти. Ну, сейчас еще немного пока потыкаемся. Может быть, если на следующем выпуске быстренько добьем эти медали. Может быть, потом этот. Все-таки возьмем мою арену. Ну, просто надо бластер докачать. Все-таки с бластером прокачиваем оно получше будет. Раз, а теперь 9 еще финишируем. Сюда еще 2 раза, короче, пройти этот уровень. Так, потому что я не понимаю. Либо надо какой-то ролик находить, типа на все медальки. Я просто уже разные варианты делаю, а оно не получается. Здесь у меня одна идея. Раз, два,
Вот, может быть, вот это оно, то есть два в одну сторону, два в другую. Не знаю. Что-то называется под Control Flips. Вот это, наверное, оно имелось в виду. А, исходу все медальки поактивировал. Офигеть, я так, может быть, их и сегодня сейчас добью. Но это уже после полета. Дайте реально попробую добить-то до сегодня. Исходу все медальки активировал. Давайте попробуем реально сейчас подобивать их. Да блин, нет. Не то. Первый надо еще раз пройти, чтобы еще тут медалька останется только на вот эти на флипы просто поделать. Вначале это будет очень сложно, вот, а вот уже, когда уже игра, посчитай, пройдена, то есть тогда уже можно это делать. Странно, что эти медальки сразу по одной не были, только когда я уже все эти флипы поделал. Вот эти вот все поделать, и я как раз таки соберу, наверное. Так, ну 300, 350. Ну не совсем, конечно, соберу. Но надо будет как-то добивать. Или какой череп, или последний уровень просто попроходить несколько раз еще. Хотя толку. Потому что, короче, чисто вот эти вот собирать. То есть можно просто первый уровень несколько раз проходить, просто вот понабирать этих алмазов и добить эту пушку. Так. Флайфлор 10 секунд. А максимум. А, 20 секунд надо, короче, полета. Окей. Я не знаю, обязательно это делать именно на определенном уровне. Наверное, обязательно. Надо полностью докачать сначала, это потом попробовать полетать аккуратненько. Блин, не надо, не получилось. Это на флипе будет чуть сложнее. Только так вот, если. Но я не уверен, что надо именно на этом уровне делать. Нет, ну, видимо, это реально надо на определенном. Пилот. 10, кстати, 10 секунд. А как прыгать и 20 секунд летать? Вопрос. Как 20 секунд не летать? Только если постоянно переворачиваться, кстати, в полете, единственное, что можно делать. Давайте тогда, ладно, возьмем тогда третий уровень сейчас. Постараюсь хотя бы уже эти добить уже. Третий уровень. Ой. Интересно, так засчитает оно или нет. Надо по-любому не добить сначала.
как-то 20 секунд выдержать вопрос. Ну ладно, сначала надо хотя бы вот эти сделать. Потом будем уже думать, как это делается. Кстати, опять не засчитывает. Блин, ну получается, значит, нет 10 секунд. Блин, я же все-таки эти три медали оставить. Ну, обидно, после того, как я все счета и медали собрал, обидно вот эти оставлять. Блин. Блин. Летать 10 секунд. Ну, третий уровень. Он улетал, но я не уверен, что 10 секунд было. А там надо еще 20 будет сделать. Вопрос, как здесь вот называется полет, то есть не касаясь вообще земли ничего, или просто вот в воздухе подержаться 10 секунд вот так вот. Что здесь имеется в виду в принципе? Так, а здесь еще есть, ага, на четвертом уровне. А, погоди, стоп. А, здесь имеется в виду, блин, я тупой. Здесь, наверное, имеется в виду этот, сама... медалька 5 уровня, но при этом здесь она не обязательно это делать на определенном уровне. То есть, в принципе, я могу это делать даже на первом. 46%, 35%. Вот 5 секунд легко. Вот как сделать 10 секунд полета. А, тем более еще и 20. Давайте запросы чисто на первом уровне тогда делать, попробуем. Уровень уже числовой выходит, но тем не менее, я все-таки хочу попробовать добить уже эти медали. Или просто изимут включить, кстати. Нет, давайте нахуй, тут в принципе оно не имеет значения. Про первого мне это будет легче всего делать, так как тут монстров нету, а там мешают монстры. Погнали. Блин, не получилось. Это еще как-то высоко прям вверх подлететь. Как будто в космос. Считать сейчас или нет, я прекрасно долго в воздухе прям держался. Все равно 70% выполнено. Не припая славчик, когда я все 20 продержусь, тоже не факт. Так вот, что не иметь в виду под этим вот полетом? Ну, то есть, полетите 10 секунд. Просто не понимаю. И надо ли это за раз делать, или это в принципе не за раз, как бы. Тоже вопрос такой откровенный. То есть непонятно, что здесь имеет в виду в принципе, вот, или просто зарисовывать 20 секунд в полете быть. Но мне кажется, я просто зарисовываю, мне кажется, я мне бы уже давно засчитала.
это ну не защита у гада. А в чем здесь тело? Как мне эти 10 секунд, блин, выжить? То есть не получается. Но раз это отдельно не защита, значит это тоже отдельно должно быть засчитаться. Блин, вопрос. Как это сделать? Блин, говорю, потому что надо по факту заканчивать. Но, блин, я просто хочу понять, в чем дело. Тут анкоминатор мы уничтожили. Летать 10 секунд. Пусть прижаться в полете 10 секунд. 200. 300. Ну, то есть 350 мы еще с тем получим бонусом. Надо будет только потом дособирать их потом. Я могу чисто в магазине сейчас их переконвертировать. Уже там сотня, наверное, наберется. Нет, наверное, наберется. Да, то есть постепенно сейчас будем что-то думать. Надо 2000 шестеренок. Прикол вот еще, знаете, взять и типа откачать тачку. Тут, конечно, такого нельзя сделать. Ладно, сейчас будем еще пробовать. Но надо, короче, придумать какую-то тактику. Это надо, чтобы были где-то вот на каком-то уровне, чтобы по пути несколько энергий попадалось, чтобы они нам активировали, я продолжал полет. Не знаю, но просто удобнее все-таки это на вот этом уровне делать. Нет, стоп, рано начал. Чтобы энергия фуловая была. Считайте, мне уже идти не дали, блин. Чего вам не хватает? 300. Сто. А ну типа... Блин, вот не понимаю. Что здесь имеется в виду? Надо по факту заканчивать. А то, ребята, если кто знает, как вот это вот выполняется, то есть правильно выполняется, пишите в комментариях. Я хотел бы, конечно, попытаться все-таки вот эти медальки добить. Еще вот надо уже по факту сворачивать уже, потому что часовой ролик и так выходит. Вот можно так космос лететь, там можно легко это все нафармить. И это даже не на первом лучше делать. Я не понимаю, может игра на первых уровнях вообще не засчитывает этот полет. То есть еще такое тоже может быть. Мне кажется, 10 секунд, как минимум, я уже точно держался. А, уже вот 80% завершено. Еще раз. Надо хоть добить уже хотя бы одну из этих медалей. Хотя бы вообще изи мод включу. Хотя, я говорю, изи мод на это, наверное, не влияет, конечно. Ну, прикиньте, а мне надо еще 20 секунд сделать. То есть я только 10 секунд не могу пройти, надо еще и 20 так сделать.
Ага, вот она как это и делается. В этом сложном режиме получается этот. Просто энергия, ну, быстро тратится, а вот на легком режиме она тратится медленно. Им все равно гады не засчитывают. 90%. Ну, давайте тогда еще рестарт. Пуро тут пролетел. Так вот, видимо, это и делается. То есть на самом сложном режиме просто энергия быстро тратится. Вот, наконец-то. Все. 15 секунд. Сейчас давайте тогда уже добьем, раз они потиху выполняются. Нет, стоп. Тут на ранку, на таком трамплинчике. Вот, вот так вот. Падают. Даже добьем эти медали уже, и все. Я думаю, пускай как раз закончу. Так, сейчас сколько там уже? 66, а было 65, по-моему, да? Давайте еще пробовать, как там оно повышаться-то будет вообще. Я и зиму включил только чисто вот на время челленджа. Так, окей. Блин, все еще 66 этих процентов пройдено. Почему? 50. Пилот. Пройдите 15 секунд. Мы здесь имеется в виду, надо только 15 секунд там держаться, но я не знаю, что-то еще. Вот эти что-то вообще не хотят засчитываться. Неплохо. Вот сколько процентов выполнено. Все 66%, то есть не увеличиваются проценты эти. Пилот уровня 4, блин. Давайте хотя бы на каком-то другом, кстати, уровне это сделать, то есть не на самом первом. Попробую на втором, например, уровне. И, кстати, можно на том самом четвертом делать.
по идее, оно должно по-любому засчитывать. Типа, более мне кажется, 5 секунд, мне кажется, я держусь точно. Давайте посмотрим. Блин, давайте реально вот возьмем реально 4 уровень. Вот этот вот, по-моему, реально это делать именно на этом левеле. Сейчас все убьет этого монстра. Все, его убили. Время 6 вроде на 66 заклятых процентов, то есть не увеличивается здесь, здесь только 50. Блин, вот хоть ты убейся. Конечно, это будет на фарме шестеренки, но пока что-то не то. Давайте я в последний раз сейчас попробую. Рестарт. То есть получается, все-таки это не от уровня зависит, а просто то, как я это выполняю. Мне кажется, просто лучшая попытка. Но игра вот он издевается и мне не засчитывает. Но вообще не знаю, либо это какие-то медали забагованные. Но я сейчас полетел отлично. Мне кажется, более вещами полетел. Тут, мне кажется, секунд 30 на воздухе было, не то что 15. Поэтому я не знаю, почему мне их не засчитывает. Может, как-то я неправильно какое-то условие, конечно, делаю. В общем, кто разбирается, пишите в комментариях. Буду рад, короче, почитать, разобраться, как все-таки это выполняется. Конечно, можно игру перезапустить на самом-то деле. Тоже как вариант, кстати. Может быть, что-то разбудить. Знаете, конечно, напоследок попробую. Так, выпуск уже довольно длинный, уже 1:16. Хотя тот выпуск вышел минут на 40, ну ладно. Так, заходим в сохранялочку. Давайте попробуем еще раз взять, не знаю, давайте четвертый, да, уровень. Тут, мне кажется, от самого уровня, наверное, тут не зависит. И вот здесь имеется в виду, что могут здесь отрениться на самую легкую сложность, хотя там проснулись, как бы ничего не указано. Я здесь надо, чтобы я летел, но уже без энергии. То есть, что здесь имеется в виду, чтобы мне без энергии просто побыть в воздухе надо? Fly, летите 15 секунд. Fly for 15 секунд.
Короче, написано 15 секунд. Но, ребят, ну видите сами, я как бы летаю уже, ну, нормально, но медали почему-то не засчитывают. То есть фиг знает, с чем это связано. Очень, наверное, на этом выпуске закончу. Ну, короче, в последний раз так быть попробую. Давайте так и быть, даже возьму какой-нибудь более уровень постарше, какой-нибудь 10, например. Прям в супер последний раз попробую и все. Тут, мне кажется, вот 20 секунд на легком режиме легко набрать. Блин, меня ракеты отбило. И вот делать на каком-то определенном уровне, но там не сказано. Но просто, как я понял, медаль определенного уровня. Реально потом какой-то гайд и по гайду уже делать. В общем, все, ребят, на этот выпуск я заканчиваю. Завтра, наверное, поиграем в арену. Если разберут какие-то медали, добьем медали. Ну, в общем-то, таким вот образом видосик я заканчиваю. Я надеюсь, все-таки разберут как делать медали. Я думаю, как-то они делаются. Я же одну медальку смог выбить. Либо это на каком-то определенном уровне делается, либо я не знаю. Ну, в общем-то, выходим в левел паке. В общем-то, на этом, ребята, все. Не забывайте про подписки, лайки, все такое прочее. Всем удачи и пока!